Анна Курникова и Энрике Иглесиас, конечно, умеют радовать своих поклонников. Пусть они и редко делятся снимками своих детей в соцсетях, но зато каждый из них особенный. Так, например, накануне спортсменка впервые за несколько месяцев поделилась фотографией подросшей дочери Маши с надписью «Уимблтон, а вот и я», написала Курникова, намекая на то, что малышка вполне сможет продолжить ее карьеру в большом спорте. Ну а поклонники, да впрочем, как и мы, не смогли не отметить сильное сходство дочери с Анной. Напомним, малышка родилась в январе 2020 года. Тогда Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз. У пары также растут близнецы Николас и Люси. Отметим, влюбленные вместе уже около 18 лет. Они познакомились на съемках клипа певца Escape. Отметим, что Анна и Энрике трепетно относятся к приватности своей жизни. Детей они показывают только в порядке исключения и, как правило, не раскрывают детали их воспитания.